Всем привет! Сегодня я вам расскажу о растении, которое называется купена. Встретить ее можно на лугах и склонах холмов субтропического и умеренного пояса северного полушария. Хотя под листвой скрываются миниатюрные цветы, сходные с обычным ландышем, купена поражает крупными размерами побегов. Яркая поросль хорошо приживает в тени деревьев и незаменима для озеленения тенистого участка. К тому же купена является действенным лекарственным средством. Легенды гласят, что сам царь Соломон оценил ее свойства, поэтому купена также называют Соломонова печать. Цветение ее происходит в мае-июне и сопровождается насыщенным приятным ароматом. В роду купена насчитывается около 50 разновидностей. Корневища побеги купены содержат алкалоиды, сапонины, гликозиды и другие активные вещества. Благодаря им растения используют в качестве кровоостанавливающего, противовоспалительного, обезболивающего, отхаркивающего и обволакивающего средства. Свежий сок используют наружно для удаления веснушек, лечения гнойников и заживления ран. Спиртовые настойки из корней использую от головной боли, сердечной недостаточности, остеохондрозе, подагры. Но есть одно но. То, что препараты на основе купены хороши только в умеренной дозировке. В противном случае они превращаются в яд. Поэтому перед применением желательно проконсультироваться у врача. Особенность купены – это то, что она растет на одном месте 10 лет, не боится ни тени, ни солнца, ни повышенной влажности, ни бедных почв. Купена также используют в пищу. Молодые побеги и корень съедобные. В их составе много крахмала. А молодые листочки побеги отваривают и добавляют к тушеным овощам или подают в качестве гарнира ко вторым блюдам. На этом краткое описание заканчиваю. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. С вами была Марина.